Набираем 1000 лайков, и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет, ребята, с вами Лойки, мы продолжаем карьеру нашего футболиста в PS19, мы в прошлой серии перешли в Аякс, задавали вопросы в комментариях, почему, мол, я так быстро меняю команду. Ребят, скажу еще раз, то, что совсем уже скоро выходит PS, осталось буквально 8 дней до выхода новой версии, и я хочу побыстрее закончить карьеры за Барселону, за игрока, и поэтому хочу какое-то логическое завершение нашей карьере футболиста, и поэтому я перешел в Аякс, который участвует в Лиге Чемпионов, и они пробились в 1/8, где мы, ребята, встретимся с Леверкузенским Байером. Также мы сегодня в серии сыграем с Фейнордом и АЗ, потом кучу матчей просимулируем и как раз-таки сыграем первый матч 1/8 Лиги Чемпионов, и, собственно, потихонечку как раз-таки, я думаю, закончим уже в ближайшие дни. Да, здесь будут, конечно, какие-то матчи сборной, но, ребята, не хочу я оставлять эту карьеру уже на момент выхода новой версии PS, новой версии FIFA, потому как, ну, интереса к этим карьерам уже особого у людей не будет, потому что всем захочется чего-то новенького, да и, собственно, у меня будут уже глаза гореть именно на новую часть PS, тем более карьеры в новом PS обещают быть жаркими, да, в принципе, и в FIFA, там новый режим уличного футбола, там будет сюжетка, плюс Ultimate Team уже охота поюзать. Потому что в этом году я как-то это все, ну, пропустил мимо себя, до октября поиграл и просто забил, не было времени. В общем, ребята, будет много всего интересного, так что обязательно поддерживайте видос лайком. И не забывайте подписываться на канал. Если ваша кнопочка красная с подпиской, обязательно жмите, чтобы она стала серой. Потому что почти 50% людей на YouTube смотрят не подписанными. Так что, ребята, быстренько все это исправляем. Также не забывайте, что спонсором данного видео являются наши друзья OneX. У них самые жирненькие кэфы, широкая линия, молниеносные выплаты. В общем, все супер, все здорово. Вы найдете всю информацию по ссылочке в закрепленном комментарии, а если вы новичок, то при регистрации видите мой промокод и получите шикарные бонусы на старте. Так что, ребята, дерзайте. Ну и погнали на нашу первую игру против Фейнорда. Мы вроде бы в стартовом составе. У нас сегодня, ребята, дерби. И вот как раз-таки показали сейчас нашего футболиста. Рядом с ним Донни ван де Бек, и, ребята, понеслась. Дерби, ребята, это всегда интересно, это всегда такие двойные эмоции. Стадион забит, и я думаю, сегодня будет очень жаркая игра. Мы располагаемся на левом фланге атаки, и вот тут же, посмотрите, какой привоз уже на первых минутах. Нужно исправиться. Хорошо. Но вот тут, к сожалению, мяч до нас не дошел, тем не менее, мы поборолись. И тут же отдали. Вот с первых минут какая-то игра очень волнительная. Много ошибок, много каких-то рикошетов. И вот сейчас опасно. 1-0. Нет! Нет, не попадает. Не попадает футболист Фейнорда. Я уже сказал 1-0, но мяч прошел рядом со штангой. Это, конечно, просто стопроцентный момент. И тут уже нашего голкипера обыграли. Классная передача. Нет никакого офсайда. Удар по воротам. А вот мы, ребята, забиваем. Мы, ребята, забиваем. 1-0. Мы выходим вперед. Ну вот в футболе действует это правило. Не забиваешь ты, забивают тебе. И посмотрите, какая передача. Выводит нас один на один с голкипером, и мы пробиваем в дальний угол наш первый гол. И это значит, что сегодняшнюю встречу мы, друзья, доиграем до конца. И снова, посмотрите, какой отбор. Еще один удар. Это Долберг пробивал. 18-я минута. Стандарт Фейнорда. Пошла подача. И спокойненько наши парни отбиваются. Опасно! И снова нас прощает футболист Фейнорда. Снова отличный момент, но мяч проходит рядом со штангой. И посмотрите, ну вот здесь вот казалось, что вроде бы все накрываем, но не тут-то было. Прошла передача
в центр штрафной, опять опасные удары, опять мы отскакиваем. Еще одна классная передача, удар в дальний. И отбивает голкипер Фейенорда мяч перед собой. Ребята, мы сегодня заряжены. Еще один удар и 2-0. И 2-0 наш дубль. Вот это фантастика. А как разыграли, а? Как разыграли, ребята, и мы показываем характер хозяйской команды. Посмотрим еще раз. Вот здесь просто шикарно. Пас пяточкой, и мы с левой ноги в ближний угол посылаем второй мяч в ворота Фейенорда. И к перерыву это очень неплохой результат. 2-0 наш дубль. Тут же замена у Фейенорда. Выходит Робин ван Перси. Долбер, классная передача, но, к сожалению, она немножко не дошла до нас. Тем не менее, мы сохраняем мяч. И вот сейчас можно направо. Шикарный пас, ну уже! И Нерос. Нерос не забивает. Это было очень красиво. Мы увидели его, сделали аккуратнейший пас. Но, к сожалению, смутил его немножко выход голкипера. И Нерос попал выше. Фейенорд в атаке спасает Анана после опаснейшего выстрела. Еще одна классная атака. Ну же, удар будет. Нам выкатывают под хэт-трик, ребята. Что происходит? Это хэт-трик за Аякс. Это, ребята, хэт-трик за Аякс. И посмотрите, я просил пас еще вот здесь. Но как разыграли партнеры, и вот этот пас пяткой, конечно, на пустые ворота просто шедеврален. 3-0. И наш хэт-трик. У нас близится, ребята, концовка этого матча. Мы выигрываем 3-0. Одну минуту добавляет арбитр. И она уже практически истекла. Все, ребята, это победа в дерби. Это наш хэт-трик. И мы движемся дальше. Поскольку, ребят, у нас неплохой задел в чемпионате, я думаю, сейчас мы посимулируем матч и лучше два раза сыграем в 1/8 финала Лиги Чемпионов. У нас, кстати говоря, заканчивается трансферное окно. И, собственно говоря, нас это уже особо не волнует. Мы переводим. У нас сейчас будет матч с АЗ, но они идут, по-моему, на 5-м месте. Я думаю, в принципе, наша команда может справиться спокойненько на симуляции. Побыстрее пройдет это время, побыстрее мы выступим в Лиге Чемпионов и завершим этот сезон. Надеюсь, что у нас в Лиге Чемпионов что-то получится. Не вылетим мы как с «Зенитом». Смотрим, как сыграли. Мы выиграли 0-1. Хорошо. Следующий матч в чемпионате мы, ребята, тоже симулируем. И снова победа 0-1. Хорошо. Еще один матч против Утрехта. Мы снова его симулируем. Смотрим, как сыграла наша команда. Выиграла снова 1-0. Вот такие вот минимальные пока что победы. Но главное, что 3 очка есть. Главное, что мы остаемся на первом месте. И смотрим. Сейчас, по-моему, у нас, кстати говоря, какой-то кубковый матч. Так что, возможно, вот мы его сыграем. А может и нет. Давайте сразу тогда приступать, наверное, к Лиге Чемпионов. Будет интересней сыграть в 1/8. Пропускаем. И мы выиграли 1-0. 4-2 мы побеждаем. Вот здесь уже было интересно. И, кстати говоря, играли с той же командой, с которой только что играли на кубок. Ну и вот он, первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Мы играем дома. Играем против ливеркузенского Байера. Очень такая, знаете, быстрая, хорошая команда. Техничная, много интересных исполнителей. И сегодня, как мы видим, Хаким Зиеш у нас в стартовом составе. Мы сегодня на правом фланге. Пошла подача. Долберг. Удар по воротам и перекладина. Ничего себе, нам дали пробить защитники. Хотя, казалось бы, этот мяч должен легко доставаться защите. Посмотрим еще раз. Рикошеты вот здесь. С левой ноги мы вкладываемся. Кстати говоря, ребята, вы заметили, что мы получили десятку. И с десяткой на спине мы сразу же забили 3 мяча в дерби. А вот опасная атака Байера. Удар по воротам и перекладина. Это был удар в свои ворота. Еще один удар. Вот это выстрел.
Но обмениваются команды очень опасными моментами. Здесь хорошая стеночка. Хаким Зиеш отыгрался с партнером. Мяч пошел дальше. И здесь просто мяч закрутился по уходящей траектории от ворот. У нас превосходство пока по владению. 38-я минута. Мы разгоняем очередную атаку. Хороший пас на Долберга. Тот сохраняет его в поле. Пас под удар, но здесь мяч, к сожалению, не дошел до нас. 3-2 по ударам. По одному каркасу ворот в первом тайме, но ни одного забитого мяча. И вот сейчас Байер в атаке. Подача, удар по воротам. И будет удар от ворот. И здесь как-то Анана, мне кажется, потерялся немножко. Не получился удар по воротам, он получился как-то вдоль. И хорошо, что там на дальней штанге никого не оказалось. Ну уже и дальше, дальше в центр. Удар по воротам. Какой момент. Мне нравится, что наша команда очень аккуратно пытается разыграть. И всегда очень здорово отдает передачи. И чаще всего партнеры стараются пробить по воротам. И по точности передач, как мы видим, почти по 85% у каждой из команд. Ну нет, пока на коротке раскатывают. Вот сейчас проникающий пас в центр, нужно бить. Удар по воротам, и мяч проходит рядом. Это Донни Ван де Бек пробивал. Очень, очень классно. И совершенно один остался в центре. Вот этот пас Зиеша был, конечно, изумителен, и нужно было забивать. Пошла передача в центр, но никого здесь не оказалось. И в итоге, ребята, первый матч дома у нас заканчивается 0-0. В принципе, для выездной встречи это не так плохо. Мы не пропустили у себя дома. А на выезде наши голы будут цениться важнее. Так что, ребята, погнали на второй матч. Но перед этим, друзья, у нас есть еще пара матчей в чемпионате. В этом матче мы выигрываем 1-3. Мы сохраняем свою первую строчку. К нам пока никто не может приблизиться. Как я понимаю, сейчас будет еще матч в чемпионате. Мы, кстати говоря, попали в сборную месяца. Это здорово. Еще один матч чемпионата и снова победа 2-0. 27-й тур чемпионата, друзья, и мы побеждаем 0-1. Ответный матч 1-8 финала Лиги Чемпионов. Мы приехали в гости к Байеру. И сегодня мы таки узнаем, кто же сможет пройти в четвертьфинал. Первая встреча закончилась 0-0. Но были опасные моменты у обеих команд. А вот это классная передача. Удар по воротам отбивает голкипер Байера. И тут же организовывается контратака. Белораби пытается сейчас убежать от нашего партнера по обороне. Снова Белораби и офсайд. И что там? И снова офсайд. Снова офсайд у футболистов Байера. Но очень они активно разыгрывают мяч в нашей штрафной. Пока по владению вот совершенно другая картина. Теперь уже Байер больше владеет мячом. Передача на Долберга, но он не доберется здесь до мяча. Тем не менее, аут заработали, пока неплохо. Классный пас под удар, и вот он гол, 1-0. А точнее 0-1, так как мы, ребята, играем на выезде. И здорово. Мы развили эту атаку, Долберг увидел нас в центре, сделал отличную передачу, и мы прошили в дальний угол. Первый тайм закончен, 0-1 мы впереди, забил наш футболист, что очень приятно. Но Байер на протяжении всего первого тайма нагнетал обстановочку, и моментов у них было, я скажу, побольше. Было довольно много попаданий в офсайд. Атака Байера, подача, справился наш защитник. И снова Байер в атаке. Пошел заброс на правый фланг. Здесь наши защитники отбились. Но мяч снова у Байера. Подача, удар. Нет, отбились. Мяч возвращается к футболисту Байера и спасает Анана. Не знаю, сколько добавил арбитр, но времени осталось, я чувствую, немного. Рикошет, вынос, хорошо. Байер продолжает атаковать. Пенальти? Пенальти на последних секундах? Серьезно? Вот это да, ребята. Вот это да. На последних секундах Байер зарабатывает право на 11-метровый удар по воротам и гол.
Но этот гол все равно выводит нашу команду вперед. Я не знаю, чему радуется футболист Байера. Это победа нашей команды. Ну а точнее, ее проход дальше. Смотрим, ребята. Прошли, значит, у нас Монако, Бенфика обыграл Ювентус. Мы прошли, прошел Наполи, Барселону. Боруссия Мюнхенгладбах прошла Валенсию. Мадридский Реал уступил 1-7 ПСЖ. Галатасарай проиграл Баварии. Атлетико Мадрид выиграл у Шальке. Давайте еще немножко просимулируем и заодно узнаем, на кого мы попали в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Сейчас симулируем матч в чемпионате. Наша команда выигрывает 0-2, отлично. Мы побеждаем досрочно в чемпионате. Вот так вот нам приходит, видимо, ачивочка именно за это. Хотя матчей там еще довольно много, но, видимо, по очкам нас уже точно никто не догонит. Еще один полуфинальный матч – это уже кубок. И мы проигрываем, к сожалению, проигрываем по пенальти 7-6. Мы снова становимся лучшим игроком месяца, смотрим дальше. Это уже квалификация на сборную, это матчи на чемпионате мира, по-моему, да? Так, переговоры, сведения о моей команде, расписание. Итак, мы попали, ребята, в Лиге Чемпионов на Наполи. Это будет уже в следующей серии, так что обязательно подписывайтесь на канал, жмите лайк, прожимайте колокольчик. С вами был Локи, огромное спасибо за просмотр и поддержку, увидимся. Пока-пока.